В Белгороде продолжается череда праздничков микрорайонов. Новогодние гуляния сегодня объединили жителей Крейды. Здесь по традиции зажгли огни на елке возле завода «Белограммаж-сервис». А накануне главный праздник в году отмечали жители центральной части города, округа номер 12. Вероника Тарасенко побывала на гуляниях и готова поделиться праздничным настроением. Прохладная погода Новому году не помеха. Ведь всем известно, танцы будут горячее, а песни веселее. Под аккомпанемент баяна задорные голоса детского ансамбля «Карусель» разнеслись по всей округе. Жители Крейды пришли на праздничную елку. Среди зрителей – ученики из 44-й и 11-й школ. Гостей поили горячим чаем и развлекали всевозможными конкурсами. Дед Мороз со Снегурочкой дарили детям подарки, получая песни и стихи взамен. Зимушка, зимушка, ах ты хороша, эх, радуйся, радуйся, русская душа. Одним из главных моментов праздника стало награждение самых активных жителей 23-го округа. Люди, которые вносят вклад в развитие своей территории, получили новогодние подарки. Не оставили без внимания и многодетные семьи. Сладости для детей вручил председатель Совета территории 23 Артем Рязанов. По его словам, проведение праздников в округе стало традицией. Открытие новогодней елки. Проводим ее вот в таком формате, как вы видите. Приглашаемый актив, приглашаемый из ближайшей школы и детских садов детей. Самым активным и самым нуждающимся мы вручаем подарки. Также новогодние торжества организовал Совет территории 12 округа. Здесь гостями праздника стали воспитанники двух детских садов 6 и 36. Площадка около кинотеатра «Победа» превратилась в праздничную сцену. Веселые песни и подвижные игры помогали согреться зрителям. Дети с удовольствием танцевали и участвовали в конкурсах. Итак, 3, 4, поехали, дяденька, болеем. Мне очень понравился Новый год. Мы сюда приходим не в первый раз. Мне очень нравится этот праздник. Варюшку передавали ее. Мы танцевали, водили хоровод, песни пели. Мне понравилось, когда мы на лошадках бегали, танцевали. В конце праздника все участники получили подарки из рук Деда Мороза и Снегурочки. Игрушки и сладкие призы юным белгородцам подготовил 12-й совет территорий. Ежегодно на округе номер 12 проводятся детские новогодние праздники. Это всегда радость для всех жителей нашего округа. Сегодня к нам пришли Дед Мороз, Снегурочка, необыкновенная лошадка, чтобы порадовать наших детей. Такие новогодние гуляния пройдут во всех городских округах. Организаторы обещают интересные конкурсы и отличное настроение всем гостям праздников. Вероника Тарасенко, Евгений Северинов, Виктор Сериков. К этому часу Белгород.